приемник. Посмотрим, что принимает. Время 21:10, 20 километров до Москвы. Так, длинные волны, переключение видно, вот огонек перископ, вот это средние, вот это длинные, средние, длинные. На длинных вещания нет, на средних. Тоже одни шумы. Так, короткие. Видно или нет? Диапазон 25-32 метра. Вот, короткий диапазон. Поехали. Станция на станции прям. Ține de Ministerul Transporturilor. Для прослушивания через наушники, так как в плеере есть эквалайзер. Следующий диапазон 39-50 метров. Идем от 39 вверх. Выше 42 метров. А вот около 45 что-то есть. Шумы. А вот 45 есть. На непонятном языке.
concerns about how much people who are from the local police might feel intimidated or influenced by militant groups. But we need to notice. Так, и 50-75 метров диапазон. От 75 идем вниз. Инопланетяне сигналят нам. Вот и все. Как видите, на коротких волнах прием очень приличный.